Одними из первых иностранцев российской вакциной «Спутник Лайт» привились представители турецкой компании, которые работают на строительстве терминала в аэропорту Толмачево. Услугами медиков уже воспользовались около 100 специалистов. Александр Шурудило подробнее. Для работы мобильной медицинской бригады с трудовыми мигрантами в аэропорту Толмачево специально подготовили отдельный пункт вакцинации. Не все строители идут на прививку с энтузиазмом, некоторых приходится убеждать. И позитивный пример тех, кто уже прошел вакцинацию, должен в этом помочь. После вакцинации выходной дается, обязательно дается в тот день. Люди после вакцинации отправляются, на следующий день после проверки врача только приступают к работе. Температуру измеряем, слушаем, состояние и все. В данный момент 100 человек вакцинировали. Но надеемся, что в дальнейшем эти люди переубедят тех, которые не хотят вакцинироваться. Всего от строительной компании поступила заявка на вакцинацию 350 рабочих. Именно работодатель составляет списки и направляет запрос в Министерство здравоохранения. По потребности сформированы списки, сформированы мобильные бригады, которые выходят на предприятия, в магазины, в гостиницы сейчас уже, потому что обязательно вакцинация сегодня для иностранных граждан, которые работают в этих учреждениях, для того, чтобы вакцинироваться и в перспективе, точно так же, как и все мы, иметь иммунитет к данному заболеванию. Первый транш в Новосибирскую область для иностранцев поступили больше 2500 доз вакцины. Дополнительно требуется еще 8. При таком спросе, уверены в Минздраве, привить иностранных граждан удастся в кратчайшие сроки. У нас еще открыто два пункта для две точки, да, две бригады. Это 16-я поликлиника «Левый берег» и поликлиника номер один «Правый берег», которые оказывают ровно такую же помощь по заявкам. Либо это мобильные бригады, что чаще всего, то есть на предприятии приехали и поставили, либо у них отдельный кабинет по записи, если не хотят, ну, собственно говоря, или работодатели не могут этого сделать, они могут прийти по записи и вакцинироваться. Обязательной прививкой является для работников сферы услуг, питания, развлекательных и спортивных центров. Другие специалисты, такие как строители, вакцинируются по желанию. Александр Шарудило, Борис Гладких, новости ОТС.